Приветствуем всех любителей международного футбола. Подходит к концу. И сегодня состав команды Оле Гуннара Сульшера выглядит вполне в сыром виде. Предстает перед нами в сравнении с Манчестер Юнайтед. Манчестер, если сегодня выигрывает, там это было... Вторая игра. Первая игра в Мюнхенской Баварии, но одинаковый счет 0-1. Кардифф. Принципалити Стадиум у Манчестер Юнайтед, хотя есть определенные сложности у этой команды. Номер 11 и Маркус Решфорд номер 10. Олег, главный тренер Милан. Йоан Гриффит сегодня имеет очень удобную для себя, конечно, возможность. Последний контрольный матч перед началом сезона про переходами больших звезд. С переходами, которые очень много весят в финансовом смысле. Рок, пока еще не ставший мировой звездой, куплен за цену мировой звезды. Дэниел Джеймс, еще один новобранец. Полузащитник, который пришел из Уонса. Сейчас в атаке Манчестер Юнайтед этот может ударить издалека. Он Бисака под мячом. Подворачивается под удар за пределы штрафной площади. А 8-й. И пара форвардов. Саму Кастильехо, 7-й номер. И Уменей. Рикардо Родригес. Отличная передача в штрафную площадь. Прав мячом Маркусу Решфорду. Он приближается к штрафной площади. На скорости прошел Калабрию. Бьет и забивает. 1-0. Маркус Решфорд открывает счет. Третий мяч в воротах Милана в турнире Международный кубок чемпионов. Все они пока безответны. Это только начало игры. И здесь был рикошет. Помешал Донаруме. Второй удар Решфорда. И главная боль Калабрии. Потому что вышел на поле Решфорд в очень хороший форме. Возвращение в строй. Кубок Америки позади этим летом прошедшим. Арсиаль. Хороший перехват. И удар низом, поворотом Донарумы. Перейра. Оборонительного препятствия. Неожиданный удар. Ближний угол. Реагирует Донарума. Еще одна передача. Мата красивая. Сейчас еще не та сыгранность. И рослый. 1,83 м для крайнего защитника. Рост впечатляющий. Ну а здесь очень комплиментарно, им все нравится. Нравятся ясные идеи. Прямо для самого Манчестер Юнайтед. Это вот предыдущий матч в Международном кубке чемпионов против Тоттенхэма. А Маурисио Почеттино даже после этой игры справляется. Донарума. Поймал он мяч на ногу. В Англии, как мы знаем, переходы прикрывают. Но пока не закрепился. Сейчас, конечно, если Погба уходит, открываются определенные возможности к клубам. Подача. И спокойно отправился в один из тех клубов, куда он хотел бы пойти. Из этих клубов кто-то должен уйти. В одно касание. Сусу здорово отыгрывается и получает ответную передачу. Сумеет ли мяч обработать? Нет. Снова Сусу. В этот раз передача. Пас. Удар и гол. И все-таки получилось. Фабио Борини снабдил мячом 8-го номера. И 1-1. Первый мяч Милана на турнире Международный кубок чемпионов. Задача опередить Бенфику для Манчестер Юнайтед усложняется. Надо же как. Когда отвечал на вопросы об этом матче, начал... Ну вот, это... Какая особенность расположения камеры. Возможности покинуть команду и бросить себе новый вызов. Еще одна команда. Несколько раз из Манчестера. Основного состава. И там оказалось, что Лукако и Матео Дармиан, кстати, тоже отсутствующий сегодня, отличился в чтении эпизода. Но все-таки потеря Манчестер Юнайтед и неприятные рикошеты для Дэйв. Атаку. Это Решфорд. Сигналом для правого защитника Милана.
Здорово, как Мориньо уклонился от Матича. И передачу выдает в атаку. Матич попал под прессинг двух футболистов Милана. Они развивают свою атаку, но Пьонтек и Решфорд. Это была передача на Андреса Перейру. Сусон. Заброс на Пьонтека. Ох, как получится. Ловко. Даже и без касания Пьонтека. Там касания-то, может быть, и не было. Но так хорошо. Очевидно, что задача аргентинского защитника. Это нарушение. И вот проникающая передача вперед. Сусо цепляется. Интереснее футбола. И во всяком случае серьезно конкурирует с теми матчами, которые мы смотрим. Но сегодня хорошая игра. Решфорд. Все, чтобы сыграть кулаком. Этот мяч сейчас Пьонтек рухнул в штрафной площади. Одна минута добавлена к первым своим футболистам. Калабрия с мячом. Борини. Угла у Марко Джампаоло в составе. Ну, лет это... Пьонтек с мячом в штрафной площади. Дехеп. Довольно грубо. И свисток на перерыв прозвучал. При счете 1-1. Марк. Нет, все-таки свисток. Первый. Мактомини 39-й и Перейра 15-й. А также Мата. Никого за пределами. В зоне подбора только Манчестер Юнайтед. Подача сюда. Выбивает мяч, естественно, кому в ходе этого матча, правда, без какого-то непосредственного контакта травму получил Эрик Бэйи, один из центральных. Манчестер взялся, серьезно. Просто-таки насел сейчас и Мата, и вообще Манчестер. Чалханоглу. Это пас. Нет положения вне игры. Все замерли. Пьонтек как-то несерьезно мячом из оборотов. Вот Бисак с мячом справа. Мата. И удар обводящий. Трудный мяч. Он Бисака дает ему отскочить от газона и все-таки упускает. Он должен двигаться к своим воротам. Делает тут очень технично. И в итоге все равно мяч достается Манчестер Юнайтед. Вспоминаем о том, что Эрик Бэйи потерял. Сульшер. Так его преследует. Дек. А с пяткой. О, все, чудо. Ну что, распорядиться посерьезно. И он отдавал передачу, но Шоу при этом оказывается на под... И левая нога. Рикошет угловой. Успеем. Воротов Донарума, 99 номер. Калабрия второй. Свои виртуальные флажки. Марсьяль здорово отборолся. И развивает эту атаку дальше Антони Марсьяль. Там говорили о том, что отсутствие поля Погба открывает дорогу. Если не в состав, то дают на... Вот кто. Чуть подзавис. Маркус Решфорд. А здесь... Дели до удара. Линделев. Высота полета мяча небольшая. И мяч влетает в угол ворот. Саму Кастильехо принимает поздравления от друзей. Наш единый первого тайма 1-0. Манчестер Юнайтед. Милан. Сульш. 1-2 проигрывает Манчестер Юнайтед в своем последнем контрольном матче. Решфорд ушел. Называет первое поражение. Манчестер Юнайтед, ну, назреет ли оно? Еще Виктория. Двадцать седьмой номер появится в этой игре. Дальше пяткой Мата. Перейра. Ох, как было бы красиво еще и в дальний угол попасть. Андрес Ред первым пошел. Я и Борини, и Люк Шоу поспевает, но не сразу. Марсьяль. Лингард. Нет положения вне игры. Можно бить и забивать. Джесси Лингард. 2-2. Отлегло.
немножечко у Сольшера, если вообще что-то там. Тренера беспокоит. Вот перевод. Если ты играешь, а Погба нет, то учись делать длинные красивые передачи.